Мы находимся в парке Нон Кнуч. И, по-моему, если я не ошибаюсь, это сады Версаля. Кстати, давайте заодно проверим, как действует полярик. Вот у нас небо. Начинаю крутить. Вот когда он не действует, белое стало. А вот выделил более-менее. Вживую, если смотреть, небо практически белое. Попробуем покрутить. Еще белее. Вот облака уже лучше стали видны. Здесь у нас пагоды. Раньше вот на той горе была надпись Нон Кнуч. И большой Будда, по-моему. В этом году убрали. Еще подкрутим полярик. Действие полярика зависит от положения солнца, поэтому вот он то действует, то не действует. Действует. Здесь, кстати, колоколы все бьют. Людей катают на слонах.